Погода замечательная. Солнце вовсю светит. Вот здесь вот школа. Смотрите. Дети бегают раздетые. Взрослые. Ну, в таких легких плащах. Каких-то там ветровках. Дети вот в футболках. Смотрите. Бегают, им жарко. Понятное дело, что на солнце где-то 20 градусов. Тут какая-то вот свалка вечная. Вот. Ну так, в принципе, очень много желтого уже. Тоже отсевшие листвы. Очень много. Последнее видео я снимала в воскресенье. Нет, в субботу. В эту субботу. И вообще не было желтизны. Все были деревья зеленые. Я еще все говорила. А сейчас, сегодня вот 20 сентября. И уже очень много желтых. Желтых деревьев. Как бы резко. Все пожелтело. Вот у нас. Это улица Перевёрткина. Здесь вот тоже еще одна школа. Очень хорошо, солнце светит вовсю просто. Я в солнечных очках не люблю ходить. Просто зрение и так плохое. В солнечных ничего не вижу. Только на пляже одеваю. Вот, но хочу сказать, что приходится щуриться, потому что солнце светит вовсю просто. Вот. Да, у нас в Воронеже как-то и не принято, никто в солнечных очках не идет. Все-таки не Сочи. Все вот идут без очков. Если только кто в машине едет, потому что им тяжело, светит, слепит. Вот, или когда... Ну, вот так. Очень хорошая погода, как бы бабье лето. Хотя бывало и по 30 градусов в сентябре. Бывали такие дни, такие годы, когда было очень жарко в сентябре. Сейчас как бы это бабье лето прохладное. Больше похоже на теплую осень, чем на бабье лето.